Hallo alle zusammen! С вами я, Елена Удалова, преподаватель немецкого языка. И я безумно рада, что я наконец-то вернулась на YouTube и могу поделиться с вами своим новым видео. Сегодня мы познакомимся с 5 немецкими идиомами, и я помогу вам их запомнить при помощи забавных ситуаций. Если вам уже интересно, давайте начинать! Hast du sie noch alle? Hast du sie noch alle? Алла, имеешь ты их еще всех? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Имеешь ты еще все чашки в шкафу? Чашки. Все. Лена, hast du noch alle Tassen im Schrank? Ах, so. Выражение «Hast du sie noch alle?» или полный вариант «Hast du noch alle Tassen im Schrank?» дословно означает «Имеешь ли ты еще все чашки в шкафу?» Но имеется в виду «Все ли у тебя дома?» «Hast du noch alle Tassen im Schrank?» А у вас все чашки в шкафу? Напишите в комментариях. «Jemandem etwas durch die Blume sagen» дословно «Говорить кому-то что-то через цветок» означает говорить намеками, когда вы что-то говорите не прямо, а намекаете. Попробуем запомнить. У меня такие клевые новые очки. Как бы ей намекнуть, что эти очки ей совершенно не идут? Слушай, мне тут сертификат подарили на подбор новых очков. Может быть, сходишь? Нет, спасибо. Мне мои очень нравятся. Знаешь, я тут купила очки себе новые, но что-то они мне не идут. Может быть, ты себе возьмешь? Да не надо! Я же говорю, что мне мои нравятся. Слушай, а у тебя такие глаза красивые. Да хватит уже говорить через этот цветок! Что не так с моими очками? Jemandem etwas durch die Blume sagen. Говорить кому-то что-то через цветок. А точнее, намекать кому-то на что-то. Что-то лайков под видео мало. Поставил бы кто-нибудь. Ладно, хватит говорить через цветок. Скажу прямо. Ставьте палец вверх под этим видео. Поехали дальше. Nach der Eisenbahnbauenbetriebsordnung ist in Deutschland eine Zugangsstelle ohne Weiche kein Bahnhof im betrieblichen Sinne. Oh mein Gott! Ich verstehe nur Bahnhof. А точнее говоря, я ни черта не понимаю. Выражение «Ich verstehe nur Bahnhof» дословно означает «Я понимаю только Bahnhof». Bahnhof – это вокзал, то есть «Я ни черта не понимаю». Я настолько не понимаю, что из всего, что ты сказал, я понимаю только слово «Bahnhof». В общем, если вы ничего не понимаете из того, что человек вам говорит, неважно, причина в том, что вы иностранец, или причина в том, что человек несет какую-то чушь, вы можете сказать «Ich verstehe nur Bahnhof». Следующая идиома. «Das ist mir Wurst». Дословно «Это мне колбаса». Имеется в виду, что мне все равно, мне не важно, мне без разницы. Давайте запомним. Что будешь на завтрак? Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst. Это мне колбаса. В смысле, это тебе колбаса? Это же сыр. Lena, ich meine, es ist mir egal. Ах, so, тебе без разницы? Ну, так бы сразу и сказала. Das ist mir Wurst. Это мне колбаса. Или мне все равно, мне не важно, мне без разницы. Запоминаем еще одно выражение. Ich möchte jetzt ins Kino gehen. Hast du Bock drauf? Hast du Bock drauf? Имеешь ты... Козла на это? В смысле козла? Ты что, хочешь с козлом в кино пойти? Ну, я могу твоему бывшему позвонить. Lena, ich mein, hast du Lust drauf? Ach so, типа, есть ли у меня желание на это? Ja, ich habe Bock drauf. Bock haben, дословно, иметь козла,
переводится как «иметь желание чем-то заняться». Bock haben. Und habt ihr Bock mit mir Deutsch zu lernen? Если да, хочу рассказать вам о своем классном курсе изучения немецкого языка по немецкому сериалу. Там мы тоже разбираем много интересных идиом, развиваем восприятие на слух и расширяем словарный запас. Так что спешите его пройти. Я уверена, вам понравится. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns bald im nächsten Video. Bis dann!